началом Ренессанса вот в европейской культуре, а вернее в общественном сознании, происходит вообще революция, связанная в частности с синим цветом. Надо сказать, в древнем мире, начиная с эпохи палеолита, властвовала триада основных цветов, да, помните, мы об этом говорили. Красный, белый и черный. У античных художников в плане пигментов и красок было больше возможностей, чем у тех, кто создавал наскальную живопись. Но основными цветами были именно эти три, в то время как синий отсутствовал практически полностью. Мы уже говорили о том, что образцы изобразительного искусства древних греков и римлян не дошли до наших дней. Вот, однако письменные источники позволяют говорить о том, что синий цвет тщательно избегался. Он ни разу не упоминается в Илиаде или Одиссее. А у других авторов, там, например, море, небо, васильки, могут быть красным, желтым, фиолетовым, черными, какого угодно цвета, кроме синего. Аристотель, описывая радугу, упоминает все цвета, кроме синего. В Средневековье была распространена теория, согласно которой в античности люди были физиологически не способны воспринимать синий цвет, а потом эволюционировали. Эта теория продолжалась вплоть до нового времени, когда ученые доказали все-таки, что глаза у древних римлян и греков были такими же, как и у нас. Но что же было иным? Культурный контекст. Историк-медиевист Мишель Пастура полагает, что синий у древних греков, да и у римлян, ассоциировался со смертью и трауром. Виной тому были кельты, которые шли в бой обнаженными, выкрасив тела в синий цвет. Синий также любили германцы и бриты. В эпоху расцвета Древнего Рима синий цвет начал проникать в обиход. Его очень скромно использовали в мозаиках и витражах. Таким образом, сказывалось влияние Востока. Однако синий не играл сколь-нибудь значительной роли. В европейской культуре синий отсутствовал, например, в топонимике, в антропонимике, в религиозной символике и, главное, в изобразительном искусстве вплоть до конца IX века. В это время синий, опять же, под влиянием Востока начинает проникать на витражи и миниатюры. В X веке с помощью синего цвета все чаще изображают свет, а в XI он используется уже в качестве такого универсального фона. К этому времени богословы, которые во многом определяли культурный ландшафт Европы, принялись рассуждать о том, что такое цвет. Это свет или материя? Блаженный Августин, пытаясь найти ответ на этот вопрос, пришел к мнению, что цвет – это единственное явление в сотворенном мире, которое сочетает в себе и то, и другое. По его выражению, цвет – это зримость неизреченного, эманация божества. Эта идея сразу же вынесла цвет в самый эпицентр богословских споров и разделила духовенство на священников-хромофилов и священников-хромофобов. На прошлом занятии, говоря о готике, я упоминал про аббата Сугерия и невероятные витражи аббатства Сан-Дени, созданные под его руководством. Вот Сугерий со всем своим авторитетом продвигал идею о том, что ничто не может быть слишком прекрасным для Дома Божьего. Самым прекрасным цветом, с его точки зрения, был синий, который, как и золотой, представлял собой божественный свет, цвет неба, на фоне которого запечатлено все сотворенное. С подачи аббата Сугерия синий становится все более значимым в религиозном пространстве. А в XII веке живописцы начинают ассоциировать с этим цветом Богородицу. Если до этого Деву Марию изображали в темных траурных одеждах, то, начиная с XII века, на иконах обязательно присутствует и синий цвет. Благодаря небесной заступнице, синий, который прежде был настоящим изгоем, становится все более модным. Еще одним, так сказать, рекламным агентом синего цвета стал Людовик Святой, французский король, живший в 1226-1270 годах. Вот. Он начал носить одежду синего цвета.
Вот, до него синий цвет, а это часто был такой достаточно тусклый, грязный, сероватый синий, носили только крестьяне и бедняки. Но с подачи французского короля в синий стали одеваться монархи, аристократы. На исходе Средневековья дворяне переоделись в синий повсеместно, даже в Германии, в Италии. Вот, а красный, который прежде считался аристократичным, остался только императором и римским папом. По сей день синий цвет остается самым популярным у людей, воспитанных на европейской культуре. И во время соцопросов, когда участников просят назвать любимый цвет, вот синий как бы лидирует с большим отрывом. Вот. Как мы видим, со времен античности до сегодняшнего дня наши глаза не изменились, но изменилось восприятие цвета. Когда мы изучаем изобразительное искусство прошлых времен, вот важно обращать внимание на культурный и общественный контекст, на то, как воспринимали изображения сами художники и их зрители. Потому что синий, например, долгое время считался теплым цветом, даже в какой-то период самым теплым. И именно синий цвет, а не зеленый, как сейчас, считался оппонентным красному цвету. Для средневековых людей красивым был только яркий, насыщенный цвет, а блеклые тона воспринимались как нечто неприятное. Да и вот, надо сказать, с оттенками все было очень сложно. В средневековье любое смешение было сродни волшебству и алхимии. Считалось, что Бог сотворил мир таким, какой он есть, а попытки смешать что-то – это покушение на замысел Творца. Это относилось и к смешению цветов. Например, известны случаи, когда красильщиков ткани судили за то, что у них чаны с синей и желтой краской стояли в одном помещении, поскольку получать зеленый путем смешения синего и желтого было строго запрещено. Ну, подробнее об этом можно почитать у Мишеля Пастура. На сегодня это вообще единственный историк, который изучает эволюцию цвета в общественном сознании. Пока на русский язык переведены три его книги. Это про синий, черный и зеленый цвет. Очень рекомендую, поищите их в магазинах, на просторах интернета, почитайте. Весьма забавно. Вот, ну, на сегодня у нас все. Есть ли вопросы, все ли понятно?